Ежегодно на безопасность в детских садах и школах Чебоксар выделяется около 30 миллионов рублей. Об этом сообщили на совещании в городской администрации. Здания учебных заведений оснащают камерами, домофонами, кнопками сигнализации. Поддерживают в исправном состоянии эвакуационные выходы и уличное освещение. Турникетами оснащены 59 школ из 61, что составляет 96,7%, за исключением школ номер 11 и 23. Арочными и ручными металлодетекторами оснащены 61 школа, 100%. Системой видеонаблюдения оснащены 123 детских сада и 61 школа, 100%. Кнопками тревожной сигнализации оснащены 61 школа и 123 детских сада, что составляет 100%. Подобные меры безопасности действуют и в школах дополнительного образования, спортивных учреждениях, детских парках. В школах и садиках также проводят учения, в ходе которых дети, педагоги и все сотрудники образовательных учреждений учатся правильно вести себя в той или иной чрезвычайной ситуации. Такие тренировки должны пройти во всех учебных заведениях города до середины декабря.